для отчетности, для формирования отчетности по НДС разработчикам создан удобный специальный помощник по НДС, который, собственно, аккумулирует в себе все необходимые документы, операции, которые нужно провести для формирования отчетности по НДС. Помощник «Отчетность по НДС» располагается в разделе «Отчеты». Вот, собственно, называется он «Отчетность по НДС». В открывшемся окне выберите период. Период выберите, и при установленном флажке «Рассчитывать налог автоматически» нажмите кнопочку «Рассчитать». Программа автоматически посчитает, перепроверит документы. Будут выполнены необходимые регламентные операции и будет заполнена декларация. И на выходе мы, собственно, вот так выбираем третий квартал. И, собственно, вот уже НДС уже у нас вот рассчитан. Регламентные операции проведены. И можем обратиться к формированию декларации. Так, что касается формирования декларации. Для формирования декларации нажмите на гиперссылку «Декларация по НДС» и откроется заполненная форма декларации. Проверьте все данные, разделы и нажмите кнопку «Записать». Для отправки отчета в электронном виде нажмите кнопочку «Выгрузить». Если подключить сервис «Инос отчетность», то можно отправить декларацию непосредственно из программы при помощи кнопки «Отправить».